Христос воскресе! Воистину воскресе! В сегодняшнем нашем диспуте будут участвовать стороны Православной Церкви, священник Московской Патриархии Петр Михалев, его оппонент, православный проповедник Игнатий Тихонович Лапкин. Сегодня мы рассмотрим вопросы, касающиеся таинств Православной Церкви, восстановления церковных соборов и дальнейшую трансформацию этих самых постановлений, или, как принято сегодня говорить, экономию, которая позволила внести некоторые послабления в уставы Православной Церкви. Я, православный иконописец Сергей Козлов, выступаю сегодня в роли арбитра. Игнатий Тихонович, сегодняшние средства массовой информации в лице вашего канала «Во свете Библии открытым оком» доносят до многих людей новости о том, что люди, считающие себя многие годы крещенными, оказываются просто обманутыми. Крещения они не видели, так как были окроплены или обмочены водой. А суть крещения состоит в трехкратном погружении человека с головой в воду, так как само слово «крещение» в переводе с греческого означает «погружение», что Православная Церковь, прикрываясь некоторыми послаблениями, попирает таинство исповеди, венчания, отпевания, крещения и других таинств, в результате чего относительно Святого Писания, предание святых отцов, происходит грубейшее нарушение законов Русской Православной Церкви. В числе прочего, давайте поставим во главу угла таинство крещения. Для утверждения личных взглядов на эту тему я предлагаю по 5 минут каждому из сторон. Игнатий Тихонович, слово вам. Расскажите о вашем видении ситуации крещение в храмах Русской Православной Церкви. Ну, говорить о всех нельзя. Кое-где крестят, может быть, в одном или в двух храмах из 100 примерно. Я беру статистику от патриарха Алексея II Ридигера. Это он сам лично сказал на перхальном собрании Московской епархии. Крестить только в полное погружение, приняли решение. Проходит 1,5 года, он говорит, это церковная ведомость. Я могу показать страницу, номер, все. Прям тут же поставить под этим роликом. Но меня 98% священников не слышат. Ну, дальше это правило есть. Не просто так сказал и мимо прошел. Они не слушают. Ну и дальше что? Не слушают, значит, надо меры принимать. А меры не нами установлены. Да будет извержен. Они уже не священники, они извержены. И поэтому они балагурят, препятствуют Духу Святому трудиться над людьми. И больше сказать тут нечего. Об этом говорит митрополит Илларион Алфеев. Это у нас, говорит, в каждой книге нашей записано. Это правило, другого нету. Об этом Филарет говорит, даже современное. Я уж не говорю, апостольское правило. Кирилл Иерусалимский, Блаженный Феофилакт, Иоанн Златоуст. И спрашивается, почему не крестите? Посмотрите на практику мировую. До разделения церкви вселенской западное, восточное, только в полное погружение. Исключение дано для клириков, когда он раздавлен, шевелить его нельзя, вот как вы парализованы. Второе, когда человек находится в тюрьме, в заключении, и то это, таких людей раздеть надо и 3 раза возлить на них воду, то есть облить полностью. Ну и третье, написано уже у русских, у татар в плену, в степи, где нет воды. Они подряд везде, во всех храмах это сегодня делают. Батюшка заходит здесь в район, батюшка крестит, знакомый, пригласить его. А перед ним стоит одевший человек, и в тазике вода, он его долбит и лбом по дну, А там, ну, на сантиметров 5, может, воды-то, и лбом ее, вся голова наружу-то. Ну, они безобразники, разбойники на пути психем. Что я могу на это сказать? Они неверующие, банда. Банда, ни другого нет слова. Кто сказал? Патриарх Алексей II. Каких бандитов напринимали в церковь? Все, отвечать нечего.
у вас нечего больше сказать о крещении. Я передам слово отцу Петру. Можно, да? Что я хотел бы сказать, свое положение. Значит, я также считаю, что крещение правильно совершать именно полным погружением, как я и совершаю его. И все у нас в храме, собственно говоря, так и совершают. Но я хотел бы о другом чуть поговорить. То есть, хотя я и совершаю полным погружением, но я хотел бы поговорить о тех людях, которые уже крещены обливанием, да, вот, и которые вот к вам едут летом креститься. Вот. Я считаю, что это является именно перекрещиванием и нарушением 47-го канона апостольского, 47-го апостольского правила. С чем я могу сравнить? Крещение, три погружения можно сравнить с рождением ребенка в роддоме. То есть вот он рождается, все как надо, там и врачи. Нормальный ребенок, истинное рождение. Но иногда бывает, ребенок рождается там в вертепе, не знаю, где-то в антисанитарии, он тоже родился. Не совсем так, как нужно, но он все равно родился. Вот, наверное, обливательное крещение можно сравнить именно с этим. То есть, что на чем я хотел бы акцентировать внимание? Игнатий Тихонович говорит, истинное крещение – это крещение в три погружения. Ну и, соответственно, отсюда логика, конечно, что а то, которое не в три погружения, то не истинное. Но у святых отцов как-то по-другому. Они говорят, что истинное крещение – это крещение, совершенное в церкви и совершенное во имя Святой Троицы. Вот. Игнатий Тихонович вот сейчас сказал, что все неправильно крестят, все извержены. Но я хотел бы также вот посмотреть на 19-е правило Первого Вселенского Собора и особенно на его толкование Занарой. Так вот, что он пишет. Как возможно поверить, чтобы некрещенный по православной вере мог получить наитие Святого Духа в рукоположении? То есть он говорит, что если ты не крещен в православии правильно, то в рукоположении у тебя ничего не может быть. То есть надо сказать тогда честно, что ни католики не могут крестить, потому что у них нет рукоположения. Да? Все православные священники, ну сейчас, в основном они крещены обливательно. Они также не имеют власти крестить. То есть, либо мы должны тогда сказать, что никто не может крестить. Вот такой мой как, тезис. Вот, хотел бы услышать ответ. Вам слово, Игнатий Ильич. Спрашивается, почему не погружать? Ты посмотри, баптисты приготавливают, с разных сторон приезжают люди, одновременно крестят 2000 человек. 2000! Иеговисты крестят одновременно 5000 на стадионе. Поставили большие, ибо ни одного без погружения нету. Это хуже еретиков. Евнух и Филипп сошли оба в воду. Бог установил это, Бог установил это. Почему вы не хотите крестить, непонятно. Когда рядом адвентисты, баптисты, каких только нет названий, все до одного крестят. Нет еретиков, которые бы не крестили. Одни православные разбойники не крестят. Одни. И вот всякие думают, что-то придумывают, чтоб не делать. Служители сатаны стали, я гляжу. И вот это вот рукой мочили, это как печать Антихриста. Как уже все, нельзя трогать его, нельзя крестить. А почему? Потому что вас не запретили. И в Барнауле, и везде уже купели, построили, все равно не крестят. Купели, построили. Мраморными плитами закрыли. Все, я 136 свидетельств даю о крещении. Он ни одного не может. Начинает куда-то крутить языком прилукавейшее племя. Все крестят, кроме православных. Они не православные, они разбойники лютые. Это слова патриарха Алексея II. 98% патриарха не слушает. Ну, что непонятно. Здесь мощеных 300 человек, 300. И только один что-то знает. Исследования 5 лет шли. На высоком уровне в университете. Ну, если на 300 один только ходит, ну, неужели непонятно, что их надо сегодня же всех этих попов судить? Игнатий Ильич, если позволите, я скажу вот свое мнение. Да, мы здесь не переходим на конкретные личности. Вот перед нами пример, допустим, отец Петр, он крестит полным погружением. Есть, конечно, такие священники, которые исполняют таинство. Но вот перед нами был, к примеру, на этой неделе человек со своей семьей, решившийся покреститься. Так он не нашел в своем городе ни одного храма, где бы его согласились покрестить.
вот, с полным погружением. Тут вопрос на очень широком уровне стоит. Люди не могут даже, вот и я даже живу в Воронеже, я не могу, так и не смог найти в Воронеже храма, где бы я мог со своими родственниками троекратно погрузиться в воду. Я не беру в расчет, был ли я крещен окроплением. Я об этом не могу сказать, потому что крестили меня в младенчестве, и я этого не помню. Вот и свидетелей нет никаких. И я хотел бы креститься сегодня. Вот. И церковь в этом меня, конечно, поддерживает. Но я не могу найти условий для крещения. Понимаете? Понимаете, в чем вопрос? В чем серьезность вопроса стоит? Вот я хотел бы к отцу Петру обратиться. Вы как смотрите на это? Ну, я так понимаю, что не хотят в основном сейчас крестить из-за того, что говорят, что обливание – это также крещение. То есть, ну, я не знаю, как у вас в Воронеже обстоят дела, но в Москве все-таки, ну, много мест, где можно полным погружением креститься. Но, конечно, так как вы постель, ну, на постели лежите, как можно полным погружением? Нет, речь не обо мне, а о семье, о моей семье. У меня семеро хотят креститься, но мы не можем найти... То есть в Воронеже ни один храм не крестит полное погружение? Нет. Ну, это плохо, конечно, плохо. Вот, но я просто даже не о современной ситуации, просто я и сам, скорее всего, крещен-то обливанием. То есть вопрос-то и для меня важный, да? И я вот посмотрел все те свидетельства, о которых говорит Игнатий Тихонович, то есть я прочитал все свидетельства святых отцов, и, конечно, согласен, не могу спорить против тех отцов, которые, например, говорят, что, конечно, нужно в три погружения. 100% согласен. Тут другой вопрос. Считали ли эти отцы и крещение обливанием как допустимое или же нет? Ну вот, скажем так, Игнатий Тихонович, конечно, всю свою апологию строит на 50-м апостольском правиле. Но немножко его искажает. Почему? Я думаю так. Поскольку 50-е правило говорит, что будет извержен тот, кто крестит смерть Господню. То есть, как бы, смерть Господня, вот в чем причина. Не то, что там он одно погружение, а именно смерть Господня. Вот. Но это было взаимосвязано. То есть, смерть Господня – одно погружение. Как нам правильно вообще понять правила? Да? Ну, для этого есть святые отцы. Кто у нас есть? Толкователи, три толкователя канонов. Но также есть еще более высокий уровень толкования. Кто это? Соборы, да? Когда соборы толкуют апостольские правила. Это самое для нас авторитетное. И в частности, наш русский большой московский собор истолковал 50-е правило. И вот что он, в нем говорится, в этом большом московском соборе 1667 года. Эти апостольские правила 46 и 50-е нужно понимать так. Эти правила говорят о тех, кто приносит жертву еретическую. И крещение в одно погружение, то есть еретиков таких явных. Здесь явно они говорят о тех еретиках, которые полностью стали чужды божественной, и их последующее правило повелевает крестить. Но здесь не говорится о тех, кто во имя Отца и Сына и Святого Духа крестит. Дальше продолжает. Латиняне же крестят не в единое погружение, не в смерть Господню, но трижды обливающие крестят во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если кто через упорство захочет перекрещивать латинин, должен помнить 47-е правило. Епископ или пресвитер, если поистине имеющего крещение вновь окрестит, да будет отлучен, да будет извержен, как посмеющегося к кресту и смерти Господней. О латинском крещении, совершенном во имя Отца и Сына и Святого Духа трикратным обливанием, святейший патриарх Кир Паисий, папа патриарх Александрийский Макарий, Иосаф Московский, пресвященный митрополит, архиепископ и епископ и весь священный собор рассудил, что не подобает приходящим от латинин ко святой апостольской церкви перекрещивать. Вот. То есть мы видим, что наш Московский собор уже 400 лет назад дал толкование этого правила. Ну, как бы для нас это авторитетное толкование. И он говорит, что обливание, хоть ну, во имя Троицы, но мы все равно должны принимать, даже католиков, не говоря уже о православных. Вот. Я не говорю, что это нормально, но вот что тут сказано, что как мы должны все равно принимать. Нет, ну а как же мы возьмем... Мы возьмем сам корень крещения погружением. Как же мы можем переступить через него? Мы же никак не можем нарушить этого фундамента. Давайте посмотрим тогда случаи, когда крестились обливанием, ну, которые все случаи приводит Игнатий Тихонович. Ну, даже
нелюбимый Игнатий Тихонович Дедахе говорит так: что касается крещения, погружайте так. И дальше перечисляется в конце: погружайте, но если нет ничего, то трижды возлейте. Ну вот понимаете, для греков тут не было никакого вопроса. Сказано: и погружайте, и трижды возлейте. Нет, ну, то есть... Ну, видите ли, это исключение, как и любое исключение из правил. Это одно на тысячи. Это, ну, исключение. Оно не может быть употреблено в массе, никак оно не может. Вот я лежу один на тысячу, ко мне, ну да, оно применимо, но его ни в коем случае нельзя употреблять как закон. Это понятно, вы просто спросили, может ли крещение, этимология, погружение. Вот мы видим, что из священной истории, что может такое быть, хоть один, хоть два случая, но когда погружение было окроплением, обливанием, но это могло быть, и это являлось истинным. Вы можете что-то сказать, Игнатий Ильич? Конечно. Вот заметьте как. Нелюбимый Игнатием Тихоновичем. Понимаете, даже в этих словах показано, что надо любить, как Петр Михалев. А при чем тут Игнатий? Когда, во-первых, это апокриф. Апокриф. Ни в одной книге правил за 2000 лет его не было. И они хватаются за него. Но они-то дальше-то лгут. А почему они лгут? Да потому что сатана в рот залез. Дух лжи вошел, говорит, и сделал эту пакость при пророке Михее. В первую очередь, говорит, крестите в проточной воде. Что, нигде в Московской области нет проточной воды? Они это закрыли. Второе, если нету, в стоящей, то есть в озере. Озер нету, они закрыли. Даже сама Дедаха против них говорит. Третье, если нету, в особом сосуде. Сосудов нету? Нету. А тогда возлей. И возлей-то они не возливают, а ладошкой хлопают. Они к Дедахе никакого отношения нет. Дедаха четырежды их пригвождает разбойникам. Ваша Дедаха против вас идет. Что вы берете ее? Ни в проточной, ни в стоящей, ни в сосуде не возливаете. Не надо крестить, не надо обманывать. Я хотел бы вот к отцу Петру обратиться. И в самом начале беседы вот такой тоже так косвенно был затронут момент. В общем, когда... Есть же постановление, законы, если человек не уверен в том, что он был крещен. Вот я не уверен. У меня нет, не осталось ни свидетелей никаких. Как меня там или окропляли, или меня обливали. Может быть, меня вообще там, как говорится, взяли да и отдали сухим таким же. Почему же мне, если у меня нет утверждений, почему мне не креститься погружением? Мне сказали, что я крещенный, но я в этом не уверен совершенно, как и многие другие, как добрая половина нынешних крещенных людей. Я заметил, что многие говорят: я не знаю. А кто вам сказал, что вы крещены? Матушка, кто сказал? Родители сказали. Ну, а она была при крещении? Конечно, нет. Ну, а крестные были? Они умерли. Ну, тогда надо креститься. Почему нет? Если нет свидетелей, что Вселенский Собор говорит? Если нет свидетелей, надо креститься. Если вы не уверены, крещены вы или нет. Да. И, кстати, это большой процент людей, которые не уверены в том, что они... А как можно понадеяться... Допустим, на добросовестного священника, мало ли, какие люди бывают. Бывают и неверующие совершенно. Он, может быть, не было никакого таинства. Он, может быть, и не попал на него свинечка, вода не долетела, возможно, до него совершенно. Вот. Так что тут, я не знаю, тут надо очень аккуратно к этому относиться. И вот по поводу перекрещивания, я как бы на стороне Игнатия Тихоновича, тем людям, которые не уверены в том, что они были крещены, я и сам тоже предлагаю, конечно, принять полное троекратное погружение. Да, я просто здесь говорил все-таки о людях, которые уверены, что их обливатель накрестили. Вот, то есть, у которых есть крестные, которые также знают, что было. Что касается нашего Дедахе, да, если возвращаться назад, Игнатий Тихонович, конечно, говорит апокриф, но надо сказать, что Дедахе, оно входило в канон Священного Писания наряду с пастырем Гермой. Вот, до 4 века. Многие святые отцы его цитируют. То есть слово апокриф — это у нас сейчас такое что-то такое еретическое. Нет, это книга, которую вполне признавали. Афанасий Великий цитировал, многие святые отцы цитировали. И вот Игнатий Тихонович говорит: реки нету. Простите, зимой реки, рек нету, озер нету. В храме, где нет купели,
Дедакевич, что это какое-то там исключение. Нет, оно не говорит. Оно говорит, что можно так, можно эдак, можно... Ну, хорошо. Я понимаю, что Дедакевич – это не авторитет. Но вот Игнатий Тихонович, кстати, ничего не ответил по поводу Большого Московского собора. Большой Московский собор – это авторитетный толкователь для нас. Мы 400 лет живем, руководствуясь его правилами, которых никто не отменял, и мы принимаем их. То есть, либо Игнатий Тихонович его не принимает и говорит, что это еретический какой-то собор, но никто его пока не отвергает. Не надо. Не принимаю. Ну, все, все. Вы ищете любую лазейку, лишь бы только не делать волю Божию. Зачем мне разговаривать дальше? Любой собор примите, хоть сатана на нем будет, примите. Ваш вопрос, отец Петр. Вопрос мой такой. Игнатий Тихонович часто говорил, что обливательно крестить можно только в трех случаях. У меня вопрос, где Игнатий Тихонович взял, что только в трех этих случаях можно крестить обливательно? Вы не знаете, все? Где? Нет. И никогда не считали? Да я вам материал эти скидывал уже не раз. Вот. Я отдавал материал, богачей которых нету. Не надо, на какой странице где? Нет. Это не надо даже говорить об этом. Церковь установила весь сказ. А где сказано, когда сказано? Все отмели. Почему вы не берете Владимирский собор, такой популярный, который постановил белорусов, украинцев перекрещивать всех? И вы даже не упомянули ни разу. Вы все изыскиваете, чтобы не крестить. Что тебе мешает делать, как баптисты, как старообрядцы? И вот сколько молотишь языком, разговариваешь, только не крестить. Да не крестите, я же знаю, вы не будете. Излукавились. Испортили мой виноградник, Господь говорит, истоптали, лукавые делатели. Как вы на суде Божьем будете стоять? Миллионы людей загубили. Чего оттолковать? Ты не хочешь крестить? Ну не обманывай, иди на стройку работай. Воды боишься. Воды боятся только укушенной бешеной собакой. Фобия у них такая. Вот у попов песком, слюнями. И слюнявились песочники окаянные. Повторяю, за 300 лет... После Никоновской реформы ни один старообрядец, ни у беспоповцев, ни у кого не был без покружения. Ни одного. Я привожу 136 свидетельств. У вас ни одного нету. Кроме собор, московский, авторитет, никто не отменял. Кто будет отменять-то, когда исповедь перестала быть исповедью тайной? Петр Первый постановил, ухватили за это. Отец Петр, что вы можете сказать? Да, что я могу сказать? Владимирский собор, конечно, знаю его постановление, но в церкви есть такой принцип. Канонические правила одного поместного собора могут быть отменены или изменены только большим поместным собором. Что мы, собственно говоря, и видим на Большом Московском соборе. То есть он просто изменил решение Владимирского собора, на что имел полное право, поскольку он был больше, там были патриархи всех патриархий. Это первое. Второе. Игнатий Тихонович в своих тех вот тезисах, которые там 100 с чем-то я прочитал, там не сказано ни разу, что только вот в этих трех случаях можно обливательно крестить. Там приводятся случаи, когда крестят обливательно, но нигде не сказано, что только в этих случаях можно. Понимаете, такая мысль, что ограничений никто там не ставит. Это уже вывод Игнатия Тихоновича. И третье, я хотел бы сказать, что все-таки Игнатий Тихонович очень много говорит, что я не так делал, но я-то говорю, что я погружательно крещу. Вот. Я лишь про себя говорю, что меня крестили обливательно. Да? Потом... Говорите, у меня ни одного аргумента. Ну, давайте посмотрим 3 век. Святитель Киприан Карфагенский. Ему задали тот же вопрос. Как относиться к обливательному крещению? Он говорит, я сколько сие доступно разумению моей посредственности думаю, что божественная благодать не может умаляться или ослабляться, и не может быть там что-либо меньшее, где с полной и совершенной верой дающего и приемлющего принимается то, что почерпается из божественных даров. Ибо зараза греха не так очищается в спасительном таинстве, как нечистота кожи уничтожается в телесном омовении, где нужна купальня, мыло и другие принадлежности, чтобы можно было омыть и очистить тело. Иначе очищается сердце верующего, иначе очищается ум человека по заслугам веры, в спасительных таинствах, по требованию нужды. И по благонисхождению Божию верующий вполне сообщается благодать и при сокращении богоучрежденного чина. И это никого не должно смущать, что больные окропляются или обливаются водой, когда получают божественную благодать. Ибо священное Писание через пророка Иезекииля говорит: «И воскроплю на вы воду чистую, и очиститесь от всех нечистот ваших, и от всех кумиров ваших, и очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух нов дам вам». Бесспорно, тут же пророк Иезекииль говорит о Новом Завете пророчествует, и говорит о окроплении. И в другом месте: «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми левитов из среды сынов Израилев и очисти их,
а чтобы очистить их, поступи с ними так, окропи их очистительной водой. И еще, вода окропления, очищение есть, числа 19.9. Отсюда видно, продолжает Святой Отец, что и окропление водой имеет силу, подобно спасительной купели. И когда сие совершается в церкви, при чистоте веры и дающего приемлющего, то все может стать и совершиться по величию Господа истинности веры. Мы видим, что крещенные в болезни и получившие благодать избавляются от нечистого духа, которым прежде были одержимы. Похвально и одобрительно живут в церкви, ежедневно более и более преуспевают при умножении божественной благодати через приращение веры. Посему заключает Святой Отец, сколько мне дано разуметь верою, мое мнение таково. Всякий, кто приемлет божественную благодать в церкви по закону и праву веры, должен быть почитаем истинным христианином. То есть мы видим, что на вопрос святитель Киприан довольно так четко и даже по Библии обосновал, почему мы должны принимать даже того, кто крещен в окроплении, но в церкви он это сделано, да? Вот свидетельство. Есть и другие. Игнатич, вы готовы еще выслушать аргументы? Не надо. Это, знаешь, блудословие, это конца не... Вот Киприан сказал, не сказал. Главное, чтобы не крестить. Что непонятно-то? Господи, открой глаза, кто перед нами сидит-то? Зачем им нужно было 3 года учиться крутить вот так вот-то? Они воды боятся. Они не видят, что вокруг делается, что люди безбожники. Православия-то нет, как Феофан Затворник говорил. Ведь они все найдут, где-то что-то сказать. Там написано «больные». Они Киприано-Карпагенство-то исказили всего. Дедаху стали говорить, я показал. Нигде в Дедахе не написано, чтобы ладошкой мокрый-то. Ну, смотрите, Дедаха, еще раз повторяю. Проточной воде не идут зимой. Да зачем зимой тебе крестить-то? Мы 12 июля будем крестить, один раз в году. Зачем тебе каждый день-то? Боитесь, деньги не возьмете. Второе, в озере не идут, в сосуде не идут, возле водой не идут, Дедаха кончилась. Какая Дедаха-то? Они бесстрашные. И вот выкручивают, только чтобы не крестить. Они на пути стали. Бог взыщет с них. Вас новая Бутова ждет. Вы забудете там все до конца. Посмотрите, почему эти вопросы не встают ни у еретиков, ни у кого. Ни у старообрядцев, сохранившись благочестие древнее. Древле православное, новозыбковское. Все до одного крестят правильно. Много там толков разных, беспоповцы. Все до одного крестят правильно. Вот эта Никоновская реформа вас и поставила в это положение, чтобы защитить ваше беззаконие. Вот он насчитывает где-то, считает их сома, да, жене своей считай некрещенной. Зачем мне это нужно слушать? Крещения нет. Обман. Нет, Игнатич, давайте не будем на личности, не оскорблять не будем, ничего. Я вот что хотел у отца Петра вот спросить. Батюшка, вы поддерживаете троекратное погружение, я понимаю, но да? Вы против того, чтобы людей, как говорит Игнатич... Я против того, чтобы перекрещивать тех, кто облит уже, ну, в детстве, кто в Советском Союзе был облит. Я против этого. Я за то, чтобы сейчас всех погружать на крестить, но если кто-то сделал так, как бы, если какой-то священник сейчас крестит обливательно, это его грех, но не грех того человека, который крещен. То есть то крещение, если он имеет чистую веру, оно принимается. Вот. То есть вы признаете, что сегодняшний священник, не погружая человека, он подлежит просто 50-му правилу апостольскому, да? Нет, он не этому правилу подлежит, он просто согрешает перед Богом, как неблагоговейный совершитель таинства. То, что, я говорю, 50-е правило, нам сказано, для меня это авторитет Большой Московский собор. Он говорит, что там говорится о еретических священниках, которые крестят не в Троицу, а в смерть Господню. Вот, я вполне это принимаю и так думаю. То есть просто священник, который сейчас крестит обливательно, он согрешает, как любой священник, который делает дело Господне небрежно. Вот он говорит, надо крестить, а в это время 400 храмов день и ночь они готовы мочить, а мощеных крестить нельзя. Кого он крестить-то будет? Ну, понятно, что там написано, есть в единое погружение, и то уже извержено. У них ни одного погружения-то нету. Да, я хотел бы продолжить. Действительно, Киприан Карфагенский говорит о больных, но
стоит же довести до конца мысль, что Игнатий Тихонович не сказал нигде, что только больных. То есть, вернее, он не смог доказать этого. Это просто вывод Игнатия Тихоновича. Такого нигде нет. Действительно, если, ну, был крещен больной, а вот сейчас я узнаю, что меня крестили, ну, тоже там обливанием, почему я должен перекрещиваться? Непонятно. И вот Дионисий Великий, Александрийский, что пишет? Никого не должно смущать, когда видят, что больные принимают божественную благодать через окропление или обливание. Потому сколько нам дано разуметь веры и мыслить, мое мнение таково, что всякого, кто получил божественную благодать в церкви по закону и праву веры, то есть вот аргумент закону и праву веры, то есть правильная вера и от законного священника, должно почитать законным христианином. Если кто считает их ничего не получившими, ничего не имущими, потому что они только облиты спасительной водой, то все же пусть не обольщает их, заставляя креститься по освобождению их от тягот и болезней выздоровления. Не могут быть крещаемы те, которые уже освящены церковным крещением. Так для чего же соблазнять их вере и благости Господней? Или они получили Господню благодать, но только сокращенной или меньшей мерой дарования Божественного и Святого Духа, так что можно их считать христианами, но равнять с прочими не должно. Напротив, Дух Святой льется не мерой, но на каждого верующего изливается весь. Папа Стефан II, это 8 век, когда Рим еще был православным, на вопрос, позволительно ли в случае нужды, например, при болезни младенца из сосуда или рукой возливать на главу его воду и таким образом крестить, отвечал, крещение сие посредством вливания, если оно совершено будет во имя Святой Троицы, опять видим, твердо прибудет, особенно же когда и необходимость того требует, чтобы тот, кто одержим болезнью, сим именно способом возродился и сделался наследником Царствия Божия. Вот Игнатий Тихонович также говорил о татарах. Но интересно, я нашел собор, который говорит о татарах, и что интересно, какая аргументация? Вопрос. Это Константинопольский собор 1301 года. Вопрос. Приходящих от татар, хотящих креститесь, и не будет велика сосуда. В чем погружать ему священника? То есть, если ни воды не будет, а сосуда не будет, ответ собора. Да обливает его трижды, глаголя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да? То есть, нет никакого вопроса о том, что это недействительное. Сразу дан ответ. Дальше собор Константинопольский 1484 года, на котором присутствовали четыре восточных патриарха, касательно присоединения к православию католиков, между прочим, постановили. Если кто из латинян обратится к православной католической восточной церкви, таковых помазывает только святым миром, а не перекрещивает. Ну вот на днях буквально я видел ролик, когда католик бывший звонил и спрашивал Игнатия Тихоновича, что нужно делать. Но мы видим, что наши каноны говорят, как принимать католиков через миропомазание. Именно облитых Игнатий Тихонович говорит, что нужно крестить. Ну, получается, и этот собор мы не принимаем. То есть мы, ну, все не принимаем. Принимаем только то, как нам кажется правильно. Вот те аргументы, которые я нашел. Я отвечу так. Ворон ворону глаз не выклюет. И пес, говорит, на свой хвост не наложит. Если вы полностью католики стали, вы и должны защищать и принимать их. Что тут непонятно-то? Главное, полностью католичились, а мы католиков принимаем вот так. Ну и понятно, свой свояка видите издалека. Вы каноны все попрали. Ежедневно в каждом храме 413 канонов топчете ногами. Полностью не можете ни торговли избавиться, не можете, ничего нету. Женщины в алтарьберске. Что крещение для вас значит? Ничего не значит. Ты хоть тысячи приводи каких-то там Стефанов. Какой он Стефан, он за себя ответит. Когда и так понятно-то. Крестил, говорит, в Иордании, близ Енона, где много воды. Зачем слово «много»-то? Как князь Владимир крестил? Ноль внимания. Как Христос крестился в Иордании? Стоят на берегу и чашечкой льют. Иконы-то все католические уже. Совсем глаза-то откройте, что вы сделали с народом. И вот защищаете-то что? Все подгоняете. И после того, как вас послушают попы, они скажут, о, нашелся умница, защитил наше беззаконие. Убойтесь Бога, я ничего больше сказать вам не могу. Люди не крещенные, обманутые. Их надо крестить, начиная с патриарха. А то, главное, священник говорит, и погружаем вот так, ребенка держит вот так, ноги торчат у него кверху, и вот так ладошкой, а погружаем, говорит, погружаем, а сам держит. Лукавейшее. Слово «погружать», посмотрите по словарям, что означает? Как? Держать кверх ногами ребенка и вот так вот, даже воды не касается. Песком из песочницы. Бесстыжие совершенно попы. Ну, можно я отвечу на это тоже последнюю реплику, да? Ведь я не защищал этих священников, я сказал, что это их грех.
мне кажется, это сильный аргумент. Грех ты грешишь, когда делаешь, нарушаешь, да, действительно. Католиков действительно мы принимаем через миропомазание. Ну, вы знаете, что Несториан, например, через покаяние Вселенский собор сказал принимать. Это не значит, что мы все несториане. Нет, разные чины приема есть. Католиков, да, так как крещены во имя Троицы, мы принимаем. Они ничего не имеют, как говорит священномученик Иларион Троицкий. Просто форму пустую, которая от соединения с церковью наполняется благодатью. Вот такой мой ответ. Ну, я что хочу сказать, может даже в заключение, что наш вот этот сегодняшний диспут, он, ну, можно сказать, не является ни спором, а, может быть, послужит для людей, можно сказать, разумных людей, чтобы каждый сделал свой правильный шаг. Вот. Ну, о правильности шагов решать уже людям. Мы уже, как говорится, здесь не властны. Но мы каждый заявили о своем мнении. Вот. Ну, а сказать, я думаю, уже больше и нечего сказать. Ну да, то есть весь этот диспут, собственно говоря, простите, Игнат Тихонович, я начал. Весь этот диспут я начал лишь для того, чтобы тем людям, которые вот собираются, они знают, что они обливательно крещены, но собираются креститься, чтобы они задумались и посмотрели 47-е апостольское правило. Вот все. Простите. Мы показали, что можно это делать. Можно. К нам приезжают священники, иеромонахи, крестятся и возвращаются на свое место. Опомнитесь. И тут еще надо сказать, крещение в три погружения. Это не просто сейчас рекомендуется, это введено как норма в нашей церкви. И, конечно, на практике пока еще бывает отступление от этой нормы. Но мы во всех соборных документах говорим о том, что крещение должно быть именно в три погружения, и не просто окропление или обливание.